Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий. В данном ролике небольшую такую подборочку, буквально 1-2-минутную от нашего подписчика. Спасибо автору. Здесь четко показывается, как коллектора можно поставить в тупик, если быть готовым к тому, чтобы противостоять ему. Их уверенности вот этой мнимой и напору вот этому лживому. Послушайте, пожалуйста, как можно элементарно заявить коллектору, что тот человек, к которому он звонит, совсем не тот. Ну, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Юрьевич? Нет. Знаете такого? Возможно. Возможно или знаете? Возможно, знаю. Как это понять? Так и понимаете. Я звоню из агентства Усикло Кредит Консолидейшн. Меня зовут Марина Валерьевна. Звонок по поводу его задолженности перед этим. Коллектор. Кем он вам приходится? А тебе что, какая разница? Мы на «ты» перешли? Я с тобой перешел. Ты же мне звонишь. А я нет. Ну я рад. Здесь разговаривать, встречный звонок ожидать. Всего доброго. Алло. Михаил Юрьевич? Нет. Нет, а знакомы вы с ним? Может быть. А может быть? Может быть. А если поподробнее? Зачем? Вы кто? Я Дарья Алексеевна. Мне нужен Михаил Юрьевич. Ваш номер указан на его анкетных данных. Звоню по распоряжению МФК УЦП «Финанс». Вы врете. Вы врете. Не указан. Не может быть мой номер указан в его вы анкетных данных. Вы утверждаете, что я вру? У вас есть конечно основания на это? Вы мошенник. Я? Да. Вы не забывайте, что номер телефона и записи разговора ведется, и вы меня сейчас оговариваете. Если ну вы что? Тогда им я вас тоже, то, кстати, записываю. Значит, что все я такие? Вас тоже записываю. Вы Михаил Юрьевич, я так понимаю, нет, да? Нет, не Михаил Юрьевич. Ну что, нет, номер указан как ваш контактный. Ну и что? Значит, я не знаю, кто вам его дал. Не знаете, кто нам его дал? Нет. Нет? Нет. Вы готовы свои вопросы решать или дальше прятаться будете? Я не прячусь, я с вами разговариваю. А что вы делаете? Я вообще, чего вы взяли, что я Михаил Юрьевич? Я что, вам подтвердил? А как вас зовут? Иван. Как вас зовут? Иван, а отчество ваше? Александрович. Иван Александрович? Ага. Yes! Алло. Да. Здравствуйте, Михаил Юрьевич? Нет. Знаком вам данный человек? Возможно. А кем он вам приходится? А вы кто? Звоним из Москвы, меня зовут Сережня, я работаю на компании Секвойя Кредит Консолидейшн. Все разговоры записываются за ним по поручению OTP Банка Финанс. Ага. А вы ранее говорили, что не знаете, номером то 5 лет, то год пользуетесь. Как да, это? Совершенно верно. Я же вам сказал, что это не он. Ну, вы говорите, возможно, вы его знаете. Ну говорите, и что дальше-то? Что? Ну и что дальше? Не знаете. Ну и что дальше? Ну так знаете или не знаете? Может быть, знаю. Может быть? Да. А как это понимать ваше «может быть»? А вот так. А что вы мне звоните вообще? А? Второй день подряд вы должны мне звонить только один раз в сутки. Два раза в неделю. Нет разве? 7 дней в неделю. Нет, не 7 дней в неделю, а 2 раза в неделю. 1 раз в сутки, 8 раз в месяц, если не ошибаюсь, по 230-му закону-то. Уведомление приходило, Михаил Юрьевич, что вы будете представлять интересы банка OTP? Конечно. Да, а мне кажется, что нет, вы обманываете. Ничего не приходило. Наверное, потому что это вы? Нет, не я, но я знаю. Что не приходило. А вы обманываете. А должно прийти. Потому же... документ на дальнейшее взыскание продажи долга не было, поэтому никаких документов... Да, ну так вот, девушка, по 230 закону, по пункту 9, должны предоставить банк, обязан уведомить. Угу.
Почитайте закон. Я почитала его. До свидания. До свидания.